напоследок Белла Чао от Доредос. Группа «Изрывницы» завтра на телеканале «Россия-1» участвует в музыкальном шоу «Ну-ка все вместе». Белла Чао, Белла Чао, Белла Чао, Чао. Подпевай дальше. В жюри шоу Николай Басков, Сергей Лазарев, Олег Газманов. Всего сотня судей, и Доредос готовы. На самом деле идея поучаствовать в этом проекте была от Филиппа Киркорова. Он говорит: ребята, вы не хотите поучаствовать вот в таком шоу? Он хорошее рейтинговое шоу. Мы подали заявку и прошли. Он, Филипп Киркоров, конечно, не помогал нам пройти никакие там отборочные туры, ничего. Он просто предложил. Доредос в шоу «Ну-ка все вместе». Смотрим завтра на телеканале «Россия-1» в 21:30.